так вручали, что лучше не вручали, да не нуждались в таком вручении. Ну, в общем, вручал, получал мой друг орден, который на 3 года держался. Вручили, как всегда, как положено, в торжественной обстановке, и мы хотели отпраздновать в ресторанах. В один ресторан нас не пустили, морды видно страшные, да? Пока я к силу не достал, тогда еще служил в одном советском учреждении, вот здесь. Схватил швейцар за глотку и припугнул всех остальных стоять, что начали вопить, что всех полорушил, черт его мать. Но, и мы с другом прошли. Поминать друзей нам было не важно бывает, мы бы и так как были в подвороте, на водке только куда стать и все. Но это то время, которое, когда она еще не кончилась, и орден Красной Звезды считался еще боевым ножком. Разожми кулак сведенный, друг товарищ, пусть засветится эмалевый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злой небо чаквардака, догорающий на склоне вертолет, как захлебывалась пятая атака и как кто-то грудью лег на пулемет. Ну а эти за столом под образами, за скатеркой из зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядел, как там куражатся мафманы, прожигающие частный капитал. Нам отпустит все грехи официантка и под вопли электрический гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, кто-то памятник при жизни возведет, кто-то в спину нам пролает недобитки, а кто-то руку понимающую пожмет. Помнишь Пашку? А Валерку из Баграма? Оба в 81-м полегли. У Павлухи только старенькая мама, а Валерка звал невесту Натали. Третий тост. Не прячь глаза, ведь мы мужчины, а ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте омывают армена. Третий тост. Не прячь глаза, ведь мы мужчины, ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте омывают армена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями, у бессонницы забвенья не проси. Отведи нас на свидание с друзьями, несговорчивые поздние такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного или слишком суровые на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас до деревни Вострякова, помолчи, у краснозвезды. Аминь.